Нам надо подружиться поближе. Чё? Ты чё, блядь, ты чё, мужик, что ли? Шалом, православные и неправославные, с вами Роси. Мы продолжаем играть в игру Cyberpunk 2077 на канале Роли Гейм Онлайн. В прошлый раз мы наваляли этим лупоглазым красноглазым бандитам, забрали бота, заключили сделку с бабой Смелитеха. Теперь у нас осталось, ну, точнее, дали наше текущее задание, это Шершеляфам. Прийти в Лизис между 18:00 и 6 утра. Что у нас там наше время по Гринвичу еще подсказывает? 22:36. Сейчас, в принципе, можно подходить. Так, немножко мы прокачались в прошлый раз. Что тут у нас есть? Так, смертельное краткоство клинки. Что по клин... что по клинкам вообще? Жаль, как пчела. Это я как в жизни. Прохаю, как бабочка, жаль, как пчела. Твердый шаг. Пассивная. Рубинный полет. Расход выносливости. Все атаки. Ладно, клинки нам пока не интересуют, потому что. Все, на 12% повысили крит от пистолета. Давайте немножко качнем, наверное, еще интеллект. В интеллекте, кстати, прокачали хорошую штуку. Я считаю, что это просто бомба. Сейчас машину вызовем. Шпион, выйди вон. Сможем, короче, определять, кто нас ломает. Нетранер какой, чтобы его нахлобучить сразу. Так, снаряжение, рюкзак. Что тут у нас есть? Обычные компоненты предметов. Киберимпланты, одежда, расходуемые предметы. Уменьшает скорость передвижения, уменьшает точность прицеливания. Уменьшает... Нет, я хочу похавать. Вызывает эффект насыщения, который увеличивает запас здоровья на 5%, получает восстановление здоровья. Давайте вот это скушаем. Сушеное мясо и хот-дог. Ну, чтобы как бы хп, по идее, да, немножко подкачать. Все. Машина мне, кстати, напоминает Бэтмобиль. Который, тоже помните, за Бэтменом приезжал. Ребятки, как ваши дела вообще, рассказывать в комментариях? Почему-то активность на канале вообще упала, не в плане просмотров, как бы их никогда и не было. А в плане комментариев. Раньше как бы все хотя бы комментарии там какие-то писали. Блять, конченый милитар все перекрыл. А сейчас даже комментарии никто не пишет. Ребят, ну что вы, ну мы же православные с вами люди. Очень понятно. Надо или тех просто этот объехать. Кстати, они могли бы меня и подвести. Я им такую работу для них сделал. Перемочил там всех. Вот, так что, ребятки, пишите комментарии, как вы, что вы, во что играете, во что не играете, как вам Киберпанк. Блять, я ж нажал тормозить. Качали вы его, не качали, покупали, не покупали, на какой платформе играли. Я слышал, что на платформах уже старого поколения Киберпанк выглядит очень ужасно, типа мыло мыльное, не знаю. У меня как бы на моей сейчас графике, но не сильно, скажу, не сильно крутое. Что там происходит? Не сильно крутая графика, но и на том спасибо. Я вообще рад, что она у меня пошла. Что то есть у нас? Сюда можно зайти? Ты ебало свое завали, пока я его не завалил. Нам надо подружиться поближе. Че? Ты че, блядь, ты че, мужик, что ли? Слушай, может тебе... А че она вообще тут предлагает мне сделать? В этой местности. Что это значит? Разбой. Здесь нужно обезвредить нарушителей порядка и найти улики. Уровень сложности свиней. Хорошо. А, это типа задание от полиции. А кто там же разбой устраивает? Ты тут, местный бандит? Чё как жизнь? Чё как жизнь, натуре? Поговорили, и хватит. Где разбой-то? Где разбой? А, сверху, наверное, блядь.
Мне туда никак не забраться, так что до свидания. Короче, не буду я участвовать. Поехали. Ну вот так. На чем остановиться? Мыло мыльное у меня, но все равно, как бы, я играю, мне нравится. И вне зависимости от того, будет ли просмотрено это видео, я постараюсь все равно в Киберпанк поиграть. Насколько это будет возможно, я буду в него играть. Ну, когда бы, конечно, вот время. Опасность средней. Здесь что-то есть. Новое место. Разбой. Метро. Медиацентр отслеживать. Преступление. Почтомат. Здесь можно что-нибудь продать и оставить. Рипер. Здесь можно что-нибудь улучшить. Так, пока. Пока поехали. Хотя, а ну сейчас мы вообще, знаете, как сделаем. Новая зона. Маленький Китай. Сейчас встанем, припаркуемся трошки. Хочу кое-что глянуть. Так, журнал Чип и Таро, сообщение. Дексадешон. Ничего. Здесь тоже ничего интересного в сообщениях нет. Смотри, создание персонаж, параметры. Чипы. Что в чипах у нас есть? Другое, технология. Мир, статьи, произведения, чип с данным Милитеха. Ух ты, давайте попробуем. Так, 55, 1C. В смысле? А, БД. БД. Все уже, да? FF не выполнено. Хорошо, еще раз попробуем. Еще раз хочу попробовать. Чип с данными Милитеха. Поехали. Так, 55. 1С. Бля, это что такое? Все неправильно, блять, пиздец. Еще раз хочу. Я хочу разобраться. Последовательность для отправки скриптов 55. Дальше 1С. Дальше Е9. А че 1С-то, блять? Вот, БД. Дальше 55 1С Е9. Взломал. Собственность Милитеха не авторизирован, доступ строго воспрещен. Перевод средств. Завершено. И чё? Я типа себе деньги перевел? Или что? Ну, 19 тысяч у меня. Чипы. Чип с данными Милитеха. Так, извини, 100 долларов в секунду. Статьи. День, когда рухнула башня. Будущее мясо. Буддизм и импланты. Хрень, короче. Что там по снаряжению у нас новенького? Так, там где торс у нас выпала. Куртка Мильстрёма с короткими рукавами и шипами. С 18 брони увеличит грузоподъемность, повышает маневренность. В любом случае делаем ее. Модификация поход, танец, модификация одежды. Это то, что на ней сейчас стоит, да, походу. О, штаники новые выбил, это хорошо. Так, 10, 10,2. Вот это 10,2. Обтягивающие рокерские. О! Какой красавчик получился. Есть такая штука. По пистолетам, что там у нас? Вот, пистолет Хаос. Электромагнитный. Давайте попробуем его. Модификация. Смиритель. Увеличивает критический урон на 6%. О, люблю такую штучку. Все, что связано с крит уроном, крит шанс, это просто моя слабость, скажем так. Мне это очень нравится. Прицел. Время прицеливания. Дальность.
Ладно, это винтовка, пускай будет тут попизже. Прицел, я так считаю, да? А пистолет-пулемет. А вот на пистолет-пулемет как раз можно присобачить на короткое действие. Вот так вот. Так, кибердека. Что тут у нас? Что тут у нас? Базовый объем памяти, размер буфера, две ячейки. Замыкание и перезагрузка оптики. Есть замыкание. Оно и стоит, правильно же? Я так понимаю. Вот так. Синенькие. Какие-то штучки поставил. Не знаю, что я сделал, но, наверное, что-то очень важное. Так, здесь у нас светошумовая, поисковая. Биограната молодец. Несмертельно отравляет, отравляет врага на 5 секунд. Выпускает облако ядовитого. Поисковая. Сканирует. Давайте пусть светошумовая будет. Так, особое. Что у нас в основном что есть? Какой-нибудь набор одежды. Ничего нема. Угу. Так, журнал. Основное задание. Второстепенное задание. Анатомия убийства. Очень высокий уровень угрозы с процентами. Так, вернуть долг Виктору. Угу, цифровой бонус. Даже пока снимут оцепление. Забрать у нетранера скрипт запрос. По-моему, эти баг последний человек, от которого можно забрать подарков. Угу. Кровь и кость Кабуки. Дело простое. Тебе надо победить чемпиона Кабуки. Ставки известны, место ты знаешь. Смотай сюда и забери награду. Процентами. Кровь и кость. Победить всех соперников, пойти в финал. Каждому свой лексигон. Блять, а где деньги забрать? Во. Как не придем к Окака, выйдется с автоматов, не сразу становится не по себе. Странно, она, но хоть заберем. Пошли ночью. Во. Вот это мне надо. Я хочу его отслеживать. Добро вознаграждается, подождать, пока снимут оцепление. Ага, значит, оцепление еще не сняли, мы туда поехать не можем, да? Ладно. Тогда журнал. Давайте тогда с процентами вернем Виктору этот. Вернем Виктору долг. 10 тысяч у нас как бы сейчас вроде 19, так что можем себе позволить. Ты чё? Фу, как сейчас выйду, как застрелю тебя. Короче, 20.77, а пидоры как были на дорогах, так и остались. Ничего не поменялось. Не, неудобно. Конечно, прикольно ездить, но неудобно мне ездить от первого лица. Сюда ведет дорога. Попробуем сюда. Виктору надо заскочить и долг вернуть. Остановить беспорядки. Вот эти всякие доп работы. Вот мы, походу, к Виктору и подъехали. Так, где здесь запарковаться? Ну, здесь на красном, где нельзя, мы тут и запаркуем нашу лейбу. Да нет, пистолет убери, я тебя прошу. Мы же сюда не стрелять пришли. А вот и вход, кстати. Че тут хочу эту штучку? А, просто с другой стороны, в прошлый раз мы туда заходили. Ну, неважно. Виктор.
21 тысячу. Хуя себе процент, блядь. Подожди, а у меня сколько? У меня 19, да? Ладно, Виктор, потом. Извиняй. Не этот, скажите мне, блядь. Не укладочка вышла. Накладочка. Восстанавливают события, да? Ну бывает, бывает. И вы надеетесь, что те, кто продал вам механические глаза, удержатся от искушения и не станут подглядывать? Камеры окружают нас везде. Знаете, почему его назначили гендиректором? Почему? Потому что его перекупили у Мелитеха за хуевую тучу. Так, ладно, то все херня. Надо, значит, другую какую-то. Ну, второстепенная просто, так вот я для себя принял решение, что буду делать одно второстепенное задание и одно по этому. По сюжетке. Так. Так. Рюкзак, карта, персонаж, журнал. Все, анатомия убийства, кровь и кости. Так, я вот нищий, поэтому у меня херовый был отец. Самое время найти себе настоящее оружие. Забрать заказанный пистолет у Уилсона. Давайте вот это попробуем. Тут вроде ничего такого сложного быть не должно. Тем более 175 метров. Может и плюну, а еще могу ее обосрать. Так, поехали к Вилсону. Вот здесь очки. Кстати, управление такое, к машине можно привыкнуть. И мне кажется, можно неплохо наваливать. Боже мой. Ой. Случайно, ребята, случайно. Ну вас нахуй, хотел помочь. Все, я спрятался. Так, что там за перестрелочка? Что там за перестрелочка? Иду вам помощь. Где мой пестик новый? Вот он. Чем перекладывать бумажки в офис? Лучше черепах. Согласен, ребяточки. Вы тут, вам это все на всем не нужно, правильно? А я это все позабираю. Ну тут такая нехуевая перестрелка была, вы знаете. Скушаю себе один этот, возьму сейчас. Ничего. Так, что тут еще? Думаю, взломал за Кипр про автомобилей. Ладно, не буду я взламывать, бы еще будут плакать. Не могу. Мы это обсуждаем. Именно. Что там? Братуха. Это серьезный чел. Так. Что тут я интересного нашел? Есть что-то интересное? Пестик какой-то, да, походу?
Что там у нас? Хоп-хоп-хоп-хоп. Кто на новенького? Штурмовая винтовка. Кстати, у меня есть сомнение, что моя штурмовая винтовка уже галиматьё немножко. 63 в секунду, да? Штурмовая. 80 в секунду. Вот, пожалуйста. 83. 85. 76. Так, насадку. Насадку убрать. Винтовку поменять. Правильно. 85 используется. Поставить насадку. Дальность 25. Дальность плюс. Вот так. Все, нормальная тема. Так. Прикольный это такой, наверное, пешеходный переход. Так, 100 метров надо вверх подняться. Вот тут и поднимемся. Ширнемся. Где можно было бы не ширяться? Еще что ли выше надо? Блять. Как мне это... Че, бежим-то? Ну ладно, бежим-то и бежим. Поехали, пока на этой машине покатаюсь, да. Она, наверное, типа спорт какая-то, да? Затюненная там все дела. Ну, еще от меня это показывает, хорошо. Дальше. Понятно, дальше туда, наверх. Что такое, что такое, что? А, я кого-то случайно убил, я не хотел. Я тоже просто ухожу. Так, все, мы пришли. Поехали. А, кто-то хотел с нами поехать, ребят. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Что ж это делается, люди православные? Блять, мы как спускаемся просто в ад, нахуй. Че, поднимаемся? Ты знаете, но я была и в аду. И там тоже играет музыка. Очень плохая музыка. Кстати, а это, походу, продавец пистолетов всяких. Надо сейчас ему будет впарить заодно и нашу дичь. Так. Ладно, показывай, что у тебя есть. Показывай, чучело. Всегда рад. Итак. У него 10 тысяч, мы богаче, чем магазин «Вторая поправка». Кстати, «Вторая поправка» Конституции в США – это вроде право на ношение оружия. Не буду говорить, но загуглите, может, еще не прав. Скажешь, фу, ты что? Так, продать. Продать. Все туда, всю ту дичь продаю, оно все. Опа-па. А то что у меня сейчас? Штурмовая, штурмовая. ДБ. Электромагнитное двухствольное ружье. Стандартное двухствольное, нахуй. Пестик. Нет. 73, 70, нет, 76, 75, нет, 77, 75 тоже, так, и шматья, не хочу, не буду, а, не-не-не-не, он раз используется, то не, раз используется, то мы, конечно же, продавать не будем, а все, что не используется, все нахер. Надо себя немножко разгрузить. Так.
Переводим и денежки. Подождите, а где же тут пистолет заказанный? А какой же там заказанный? Интересно. Восстание ночи, стандарты. Обычная культовая. А теперь что? Требуется уровень 6. Револьвер. Юнити. Ух ты, какой. Вот это уебаться, конечно. 116 выпускает снаряды, которые могут рикошетить от поверхностей. Термический урон. Вероятность критического плюс 1 попадания 4-4. Да, здесь, видите, получше. Критический 6% минус 3. Блять, вот эта бомба Unity, конечно, легендарная. Так, ладно, я сюда вообще пришел по заданию. Репутация. О, хочу катану. Сколько катана? 1000. Давай катану мне. Так, сейчас я себе ее одену. Ну, ну-ка. Во. Ку-ку. Дома есть кто? Есть, есть. Я... Давайте еще раз почитаем задание. Боюсь, что не понял. У нас в Хэйде есть традиция. Когда мальчику исполняется 16, он получает от отца оружие. Я вот ничего не получил, потому что херово у меня был отец. А тебе же вроде как и не 16. Самое время найти себе настоящее оружие. Забрать заказанный пистолет у Уилсона. Уилсон. Ну, я у него. Блять, что за... Как дела? Как дело идет? Нормально, у тебя не очень, походу. Так, я зашел. Счастливого владельца новой пушки! Показывай, что у тебя есть. Ну, где здесь пистолет? Может, любой? Вот этот, наверное. Мусор всякий продам, нахуй не нужно. Все, задание есть. Короче, я так долго еще не потратил, только мне этот пистолет нахер не надо. Я уже могу его продать. Так, надо к Тибак съездить. Правильно, пистолет же там бестолковый, как я понял. Остальная ночь, 88 секунд. Физический урон меньше. Увеличенный урон попадания в голову на 50% значение скорее перезаряд ключей к прицелам. Физический урон, физический урон, время перезарядки, вероятность кровотечения, коэффициент урона при попадании в голову. Ладно, пока оставим тот. Хуй с ним, хер с ним, хуй с ним. А если... Нельзя... Один раз и навсегда. Ладно. Поехали в Тибак.
Уже сейчас для покупки доступны 10 жилых модулей. Стартовая цена каждого 100 миллионов евро долларов. Поехали на выход. Но помните, что ваша безопасность не имеет цены. В Нью-Мексико и Оклахоме очередная волна беспорядков после нападения террористов-смертников на базы НСШ. Президент Майерс публично возложил вину за взрывы... Энн, это типа Нью? Войска НСШ молниеносно ответили на эту серию бомбовых ударов по аэропортам Техаса, Веллингтоне и Эль-Пасо. Несмотря на обоюдное желание сторон избежать дальнейшей эскалации конфликта, букмекеры оценили шансы полноценной войны как 3 к 1. Это были все главные новости на сегодня. Спасибо. Не баха фича. Че там? Черный, дай мне что-нибудь поесть. Бананов каких-нибудь. Хотя бы. О, здесь тоже можно что-то продать, как я понимаю, да? Да. Почтомат. 20 тысяч у него этого. Ну вот. Да, пускай так. Перечисление. 30 копеек. Пиздец. 30 копеек. Какие-то я вообще не трогал. Бля, тибаха аж 750 метров к ней лупить. Далеко. Прикольно, так у меня машинка такая, она неплохая, как по мне. Хотя бы тормозить, в отличие от моего говна, того, на котором я ездил до этого. Типа сюда, теперь спуститься вниз, да? Джина Джонс. Похоже, мы нашли последнего честного копа в этом городе. Ее зовут Анна Хэмилл. Она расследует что-то такое, из-за чего ее хочет убрать целая куча народа. И ей лучше закрыть дело, если ты меня понимаешь. Звучит, наверное, так себе, но кому-то же надо выполнять это задание, верно? Может, ты как-нибудь на нее повлияешь? Я не знаю. В любом случае, инфа в письме. Посмотрим потом, что за письмо. Так, что там у нас? Реджина Джонс нам прислала. Тип заказа. Нейтрализация. Цель Анна Хэмилл. Местонахождение рынок... Кабуки. Описание. Анна Хэмилл, идеальный коп. Прямо как из социальной рекламы. Красиво, умна и абсолютно нетерпима к беззаконию. Именно таких в Найт-Сити больше всего ненавидят. У ее коллег из полиции другой взгляд на жизнь. Они давно уже поняли, что сидят на стуле с пиками материально невыгодно. Проблема началась, когда Анна узнала о нелегальной продаже имплантов на базаре в Кабуки. Копы быстро сообразили, что расследование надо прекратить, иначе она повлияет на доходы всего участка. Я могла бы, как обычно, сказать «приступай», но, если честно, мне жаль Анну. Убеди ее уехать из города, закрыть дело, сменить профессию. В конце концов, постарайся ее не обнулять. Это моя личная просьба. Хорошо.
Тибак. Она сказала что-то забрать у вас. Ты Ви, да? Она да, просила отдать Ви. Тебе демона. Должен работать на всех деках третьего поколения. У меня мелитеховская паралайн. Справится. Хорошая дека для начинающих. Окей, лишний демон точно не помешает. Можешь его проверить. У меня есть точка доступа. Если хочешь, конечно. Может, найдешь хороший софт или подпрограмму. Я бы попробовала на твоем месте. Итак. Давайте разбираться. Значит. Запрос. Обнаружить врагов и устройства, которые подключены к локальной сети. Взрыв подкрепления. А вызов подкрепления. Вызывает союзников врага не более одного. Замыкание. Несмертельно наносит урон врагу эффективно против роботов. Дронов. Запрос. Тип скрипта шпионский. Заражение. Несмертельно наносит небольшой. Звуковой шок, нарушение моторики, перегрев, перезагрузка оптики, свист, сбой оружия, временно блокирует оружие врага, не позволяя его использовать, снижает точность врага, оружие отключает. А, это типа, это что у них купить? Ой, да ну нахуй. Вот это вам походу. Все, забрал. Это что получается? Каждый встречный может сюда завалиться и купить какой-нибудь мегавирус? Почему не каждый? Официально мы просто чиним кибердеки. Но если ты придешь по рекомендации и внятно объяснишь, что тебе нужно, думаю, мы сможем договориться. Понятно. Так, ваша кибердека мешает ограниченное количество скриптов, но вы можете в любое время заменить основные скрипты на новые. Чтобы сделать это, откройте меню снаряжения. Давайте. Кибердека. У меня сейчас установлена перезагрузка оптики и замыкание. Ну хорошо, пускай я поменяю. Замыкание я уберу. И поставлю туда перезагрузку оптики. Хотя я вообще не вижу смысла пока в этом запросе. Пускай, короче, так будет. Так, отправить демон запрос в систему камер, чтобы найти точку доступа. Чего-чего не понял. Я случайно ушел уже, да? А квест еще не закончил, а уже ушел. Сейчас. Переставлю сначала снаряжение. Кибердека. Попробуем теперь так. Запрос. Точка доступа. Точка доступа позволяет проникать в локальные сети и собрать важные данные, за которые всегда можно получить награду. К примеру, матрица 1C. В смысле, мне надо 55. Ни хера не понял. Еще раз. 1C. Но мне надо 55, его здесь нет. Вы что, ебанулись что ли? 1C. Я не могу переключаться. Меня вот это интересует. Так, вот тут могу. К примеру, мне надо 1C.
А вот тут я не могу прыгать. Справка, ладно, хорошо. Угу. Просто я не могу понять, почему я не могу выбирать. Вот это непонятно мне, если честно. Подключиться, ну. Что у вас еще есть на продажу? Да, если тебе это по карману. Слушай, Кирьяночка, ты меня или кто-то там, ты меня начинаешь раздражать. Ничего здесь интересного нету. Бля, ну какой-то баг, я хер его знает, блядь, она не срабатывает. Короче, все, не хочу. Выпустите меня отсюда. Где есть еще это? Киберхрень, чтобы подключиться. Я готов. Я готов подключиться еще раз. Подключиться к точке доступа через личный порт и взломать ее. Дело в том, что оно просто почему-то у меня не срабатывает. Какого хуя оно у меня выбивает? Оно так не должно быть. Ребятушки. Или я сейчас сойду вас тут всех катаной порубаю, кибери матери. Гостиница Сити, гражданские. Что ж ты, тетя? Мне тетити. Взлом протокола. Запрос. Чудеса какие-то, да, происходят? Еще раз. Куда она еще стреляет? Я сейчас туда хочу пойти. Куда-то туда она стреляет. Что еще с ней можно сделать? Дом протокола. Давайте я попробуем взломать. Может, она раздуплится. БД. БД. Все, выйти из программы. Бомба, турбо, пушка, ракета. Запрос. Наконец-то сработало. Так, один. Один. Странно. Ну. 1С 55. Хорошо. А эта залупа никак не взламывается? Вот это вот, нет? О, в такую группу бы это поиграл бы, если можно было. Давайте почитаем, может, ты что-то не так понял. Помните укусничный, который... Ну, точка доступа. Включитесь к точке доступа. Через личный порт и взломать. Открыть журнал. Ну, все правильно, что я нахожу? Ну да. Я просто не пойму, почему я не могу выбрать код. Хорошо, 55, к примеру, я могу. 1С
Все равно не так. Все равно. Ладно, ребят, если кто-то знает, пишите в комментариях, что это за хрень такая. Выберем какое-нибудь другое задание. Добро вознаграждается. Давайте пока снимут цепление. Что это за хрень? Ну поехали посмотрим кровь и капуки. Далеко? 250 метров, херня. Если б только... Понятно, если б только не это, блядь. Это не находилось где-то в жопе мира. Банда тигриной когти. Я не могу понять, вы что тут бандитизмом что ли занимаетесь? Опа, пошел-ка я сейчас попробую катаны порубать. Где вторая мразь? Как-то так, ребятки. Как-то так. Что там здесь? Все порядок? Возьму заодно ваш грузовик, наверное, пожалуй, если вы не против. Я думаю, вы не против. Мы же с вами нормально пообщались. Как взрослые люди. Ну и музыку вы, конечно, блять, слушали хуйню. Вот это лучше уже. Такая неуправляемая параша, как моя машина вот эта. Где приехали? Чего? Дверь заперта. На вход через... Вот так. Тоже нет. Ну как мне это кабуки ваша гребаная попасть? Возможно так. Куда-то я не туда полез, конечно, но посмотрим сейчас. Сейчас мы глянем. Хуясь, это еще было. Не бака фича.
твою мать. Пасть. Хлеб. Добрался, бля. Чего тут за клоун будет драться? Я знаю, куда буду бить. Я пришел драться. Который из вас мой соперник? Я. А, двое один за другим, значит. Так не договаривались, ну что уж. Кто первый? Не-не, ты не врубаешься. Оба этих тела — это один человек. А в смысле? Меня в глазах двоится? Я раньше близнецами был, как нетрудно догадаться. Самые близкие люди. Но вот захотели стать еще роднее. И установили синхронизаторы нейронных колебаний. И вот, как видишь, теперь я один человек на два тела. Мои дела делают все вместе. Вообще все. Мы тогда поднимаем ставки. Окей. Ну тогда поднимайте ставки. Согласен. Так будет справедливо. Ну что, можем начинать? Поехали. Давайте нахуй. Приступим. Проститутки гребаные. Опа. Опа-джи. Я же буду двигаться, как Ямакаси. Оп. Опа-па. Меня шибанули. Чуть-чуть. Одна голова хорошо, а две лучше. А четыре кулака всяко лучше двух. Возвращайся, если захочешь. Если не засышь. То есть я только что... А вы всегда все вместе делаете? И в койке тоже? Девчонка у меня одна на оба тела, если тебе это интересно. Обоим хватает. Это как? Один сверху, значит, обрабатывает, а второй снизу? Козлина ты! С понедельника по среду она с одним телом, а с четверга по воскресенье с другим. Да пошли вы оба нахер. Не оба, я один. И, кстати, ругаться не спортивно. Позорище. Возвращайся, как поумнеешь. Я буду ждать. Короче, так-то что 2000 всадил никуда. Уроды. Гребаные уроды. Что тут хавануть можно? А то, что находится еще в какой-то бомжатне такие. Чего? Новое сообщение. Так, ладно. Так, уже слишком долго с вами здесь лазим. Вам уже, наверное, неинтересно. Давайте попробуем вот что. Значит, журнал. Заказы. Найти Анну. Поехали, найдем Анну. 226 метров, в принципе. В очко себе профессионали. Как ребята на консоли вообще играют в киберпанки, вообще в эти игры, там где надо на машинах ездить. Как по мне, блядь, на компьютере не всегда получается хорошо. На пикашечке. А как на консоли, я хрен его знает. Все нормально, парень, все нормально.
машина тут постоит, а вы там уже как-то сами. Так, рынок. Рынок тут. Ищем Анну. Так, Громила. Понятно. Ищем Анну. Чуть пониже тебя будет. Говорят, часто здесь бывает. Это Кабуки. У нас тут кого только не бывает. Умников, я смотрю, тоже хватает. Да, и умников тоже. А есть умники, которые копа в лицо могут узнать? Может, ты ее все-таки видел? Может, и видел. Я сейчас подумаю, ты пока посмотри, чем я торгую. Вдруг купить чего захочешь. Ты что, укрываешь копа? На территории тигриных когтей? Я клянусь, и в мыслях не было. Я-то верю. А вот они... Знаешь, что они делают с теми, кто им врет? Вырезают все импланты. Начисто. А иногда и чего похуже. Ладно. Ладно, понял. Она снимает номер в этом мотеле. Тебе вон туда. Благодарочка. Крысальки на хвосты. Разменяешь мне сотню по 50. Ну, разменяй. А ты че? Ну, тебе это или поговорить с Анной. Она из тех королей. Так, ладно, мы зашли все-таки в чужую хату. Так, 1С. Не понимаю, я не могу. Давайте справку еще раз посмотрим. Вам необходимо составить правильную последовательность элементов, которые нужны для определения демона. Определенного демона. Чтобы отправить элемент в буфер, выберите его из подсвеченного столбца или ряда и нажмите. Ну, это понятно. Здесь появятся узлы данных, которые вы составляете последовательность. Это список всех демонов и последовательность для каждого из них. Понятно. Хорошо. Тут все ясно. Пробуем еще раз. Так, 1С. А я его тупо я не могу выбрать. 55, хорошо. Е9. Уже не выполнено. Е9. 55. Не знаю, что-то получилось. Так. Меня эта Манда Ивановна интересует. Где она? Поговорить с Анной. Я просто вижу, какое-то время идет постоянно. Так, применить умение техническое. Хуическое умение, блять, могу применить. Дверь, техника. Ведь технику надо, господа, было учить. Думал, что этот, а тут так это не работает, очень плохо.
Что тут вообще можно? В смысле? Ты кто? А ты кто? Кто это вообще? Я что-то ни хрена не понял. Какие-то, блядь, пидоры меня пришли нахлобучили. За шо? За то, что выстрелил замок в двери? Ребята, так низко ценится людская жизнь на Сити вашем гребаном. О, блядь, это залет, ребята, это залет. Самый настоящий, причем залет. Так. Возвращаемся опять. Опять идем на рынок. Хотя, а что же там все знаю? А, это мне что-то пиздячить надо. Или нет? Видите, надо было бы качнуть, конечно. Этот. Технику. Мало у меня ее. Технику, видите, хотя бы на 6 надо, чтобы хотя бы самые стандартные элементарные замки вскрывать. Не, ну это так. Кобыла нехило мне, конечно, наваляла. Но я залупил, я сильно морду свою вытаскивал. Рыночка. Так, привет, пацаны. Через два дня забирать ты будешь? Наверное. Меня там уже знают. Угу. Понятненько. Это все, которые... На коготь работаю, да? Да, тенерица. Здорово. Здорово. Нет, нет. Знаешь эту женщину? Ей около 30, чуть пониже тебя будет. Говорят, часто здесь бывает. Это Кабуки. У нас тут кого только не бывает. Умников, я смотрю, тоже хватает. Да, и умников тоже. А есть умники, которые копа в лицо могут узнать? Может, ты ее все-таки видел? Может, и видел. Я сейчас подумаю, ты пока посмотри, чем я торгую. Вдруг купить чего захочешь. Ты что, укрываешь копа? На территории тигриных когтей? Я клянусь, и в мыслях не было. Я-то верю. А вот они... Знаешь, что они делают с теми, кто им врет? Вырезают все импланты. Начисто. А иногда... Ничего похуже. Ладно, ладно, понял. Она снимает номер в этом мотеле. Тебе вон туда. Эй, не разменяешь мне сотню по 50? Я тебе что, банк? Можно было взломать, не платить 15 копеек этих. Может, номер 203 хорошо у меня. Хорошо. Мой номер 245 по факту, а не 203, конечно же. Так, если мой номер 203, а у нее 303, то я, по идее, сейчас могу зайти в свой номер. Вот, могу зайти в свой номер. И по балкону подняться к ней. Ну, я так думаю. Так, еще раз попробуем
Может, у меня получится. Так. БД. Есть. Нету тут такого. Возьмем 55. Не выполнено. БД. 55. Тоже не выполнено. А в первый раз, видите, да, получилось. Непонятно как, но получилось. Я был самый счастливый в мире человек. БД 55. БД. 1С, Е9. 1С есть. Добыча данных количества... Угу, понятно. Уже одну хрень какую-то взломал. Уже хорошо. 100 кредитов себе еще заработал. Чьи там, каких долларов этих. Так. Билет. Евро, доллары. Хорошая тема. Что, все тут позабираем, все, что не надо. Так. Это балкон, как я понимаю. А мне надо на этаж выше. Ну, я могу как-то туда запрыгнуть. Да, под кондиционером, наверное, да? Угу. Все, я понял. Сейчас будем пробовать. Видите, что делает смекалочка, ребятки? А было бы у меня, конечно, раскачан это, то было бы проще. Так, Анна Хэмилл, патрульные боевые стимуляторы. Ага, уязвимость. Понятно. Так. Кто меня заказал? Имя! Имя говори! Анна, бросай расследование. Это в твоих интересах. Это угроза. Ты, блядь, у меня на мушке. Не наоборот. Эй, расслабься. Я... Помочь? У меня импланты в ушах сбоят. Ты хочешь сказать, запугать? Просто брось свое расследование. Не с теми людьми ты связалась. С какими людьми? Скажи мне, кто они? Это как раз не важно. Твоя жизнь в опасности. Ты что, не поняла? Во-первых, давай без понебратства. Друзей своих жизней учи, а я тебе не друг. Во-вторых, это ты ничего не понимаешь. Пока ублюдки вроде тебя на свободе, этот город обречен. Поверь, этому городу на тебя насрать. Убирайся лучше, пока цела. А если нет? Грохнешь меня на месте? И без меня желающие найдутся, готовые за пару Эдди работать. Бросай дело или вали из города. Мне все равно. Да понимаешь тут, какая загвоздка? Мне-то не все равно. Последний шанс, Анна. Упрямством делу не поможешь. После меня будут другие. Как и после меня. На каждую тварь вроде тебя найдется честный коп. Анна, не делай этого. Сдохни, Иуда. Драска конченая. Как-то так. Я пытался с тобой. Что-то покидать, девушка из Аманч. Жаль девочку, если честно. Я думала, ты решишь вопрос по-другому. При помощи слов, например. Ладно, заказ закрыт. О, все, капуня упала.
Так, теперь вызываем машину, едем к Виктору. Заплатим ему этот, и на этом заканчиваем, наверное, наше видео. Так, журнал. С процентами. Хуеть, моя же машина меня сбила, блядь, шикарно. Ехать аж 700 метров. Далековато. Боже, какая она деревянная эта машина, это пиздец какой-то. Знаете, как она строит маршрут? Сначала едешь, вроде дальше, потом хуяк, резко поворот направо оказывается. Ну, это я уже почти ас вождения. Блять, а это что здесь такое? Как такое вообще произошло? Привет, бродяги. Блядь, заехал с одной стороны, вышел с другой стороны. Я вообще не ориентируюсь, блядь, в этих гребаных. Город будущего, на самом деле, как хуйня какая-то с подворотни, блядь. Виктор, братуха. Я наконец-то наскреб денег, чтобы вернуть тебе долг. Да придержи пока. Они тебе нужны больше, чем мне. Нет, Вик. С собой в могилу я их не заберу. Возьми. И спасибо, что столько для меня сделал, не получая взамен ни йенни. Для того и нужны друзья. Как бизнес идет? Да знаешь, не жалуюсь. Корпораты ко мне теперь не лезут. Арасака снова набирает себе наемников. А значит, я тоже без работы не сижу. Повезло тебе с Мести. И помогает, и нытье твое терпит. Да, что сказать. С аренды я уж точно не прогадал. Вот именно. Думаю, мало кто в Найт-Сити может сказать про себя то же самое. Дожив до моих лет, неизбежно теряешь иллюзию. И жить становится куда проще. Все, импланты мы обновлять не будем. Что тут у него можно подспиздить, я хочу посмотреть. А подспиздить у него диплом. Подспиздим. И вот эту хрень. Ну, а дальше будет видно. Ребятки, всем спасибо за просмотр. С вами был Росси. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал, если вы это еще не сделали. Подписывайтесь на канал L2R2. Санька, тебе отдельный привет. Всем пока и до скорых встреч.